Привет всем вам, дорогие друзья, молитвенники, воины Христовы, просто друзья в Господе. Привет вам из молитвенной комнаты в Балтиморе. И сегодня буквально несколько минут хотелось бы поделиться с нами, с вами ободрением и радостью того, что говорит Господь, того, что Он для нас сделал и как Он велик. Спасибо, Господь, спасибо, что Ты есть все во всем, Ты полнота наполняющего, Ты есть глава наша, и мы пришли, мы хотим знать Тебя, мы хотим быть в полном послушании Тебе, Господь, Твоему Духу Святому. Благодарим Тебя сегодня за откровение, которое Ты дал в Своем Слове. Спасибо, что оно непреложно. Спасибо, что Ты и есть наша жизнь сегодня. И мы в Тебе черпаем, Господь, свою силу. Благодарим Тебя. Благослови, пожалуйста, наше размышление сегодня. Благослови каждого, где бы он ни был, слушая этого имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благодарим, Господь. И сегодня я думал, из послания к филиппийцам, уже несколько дней размышляю о стихах, которые, о письме, которое написал апостол Павел в церковь Филиппах. И очень уникальное вообще послание. Вообще все Слово Божие уникально. И так здорово, когда мы можем увидеть в контрасте, что есть, что на самом деле есть истина. И я как бы тружусь сейчас с людьми, у которых очень много проблем жизненных. Это ребята темнокожие в основном. И когда я езжу с ними на работу, они обсуждают много своих всяческих дел, они разговаривают о своих проблемах, многие из них разведены, они не воспитывают своих детей, им приходится платить алименты. И весь этот сыр-бор, в основном как бы он о том, что кто сколько заработал, у кого что есть и так далее и тому подобное. Такая песня. И конечно же, как бы мы живем в очень несправедливом мире, друзья. Это... Как бы, я думаю, что для нас это уже понятно, да, и мы увидели, как верующие, да, слава Богу, мы познали любовь. Прошу прощения за то, что связь прервалась. Да, и мы сказали, что мы познали любовь Господа, и это уже для нас как бы является невероятной силой в понимании, да, и мы можем справляться с несправедливостью гораздо быстрее и проще. И, но эти дебаты, да, которые ведутся, да, в душах людей, когда они смотрят на праведность другого человека, они говорят, что да, этот человек плохой, а этот человек лучше, этот человек хуже. И вот это, вот эти дебаты об относительной праведности, когда я смотрю на другого человека, смотрю на себя, я думаю, что я лучше. И вот это как бы вот эти все дебаты, они, конечно, очень не дают человеческому сердцу покоя, потому что он постоянно себя сравнивает, он смотрит на себя, ему нужно как-то оправдывать, может быть, свою собственную безответственность и быть человеком такого плана, да, которому приходится за что-то держаться во внешнем мире. И многие люди, они держатся за многие вещи, да, в этом внешнем мире, они держатся за какие-то вещи, власть, например, деньги, свое, как бы, свой имидж. И за счет этого, как бы, они могут чувствовать себя лучше, они чувствуют себя более правильными. А в религиозном мире это, конечно, еще гораздо опаснее, потому что, когда верующие что-то делают, и они смотрят на это как на внешнем мире, как что-то, благодаря чему они заслуживают какое-то достоинство, когда они видят, они считают, что они лучше других, потому что они что-то делали для Бога. Им, конечно, сложнее, потому что я думаю, что из-за этого, да, мы не понимаем, что наша праведность, она на самом деле, у нее другой источник. И вот апостол Павел в послании филиппийцам описывает, да, свою... Он ободряет верующих и говорит им о том, что мы... Давайте я прочитаю. Ой, как хорошо он пишет, я просто прочитаю. Со второго стиха. «Берегитесь собак,
берегитесь недобрых тружеников, берегитесь членовредителей. Истинно обрезанные – это мы, потому что служим Богу, как наставляет нас Его Дух. Мы гордимся жизнью в Иисусе Христе и не полагаемся на внешнее. Посмотрите, что пишет дальше апостол Павел. «Хотя я мог бы положиться на внешнее, если кому-то кажется, что у него есть для этого основания, у меня таких оснований больше. Обрезанный на восьмой день, родом израильтянин, из племени Вениамина, чистокровный еврей, по отношению к закону фарисей, по рвению, гонитель церкви, по праведности, достигаемым исполнением закона, человек безупречный». Ну вот представьте, да, вот этот фарисей, этот человек, апостол Павел, он говорит, что я настолько вот, моя праведность по исполнению закона, что он считал себя безупречным человеком. И вот что он пишет, да, когда он встретил Иисуса. И вот он смотрит на все вот это внешнее, да, чем он мог гордиться, на что он мог положиться, 7 стих, но все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потери. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание, или с греческого языка это прогеноско, переживание Иисуса Христа моего Господа. Ради Него я потерял все. И это все для меня не дороже, чем мусор. И вот он говорит, я потерял это все. Он буквально все это потерял. И хотя, конечно же, как будучи в том мире, да, он оставался, да, фарисеем, он оставался учителем закона, его принимали в синагогах. Но вот представьте, всю жизнь, которую он вел, как праведный еврей, все это стало абсолютно... Он говорит, что я почитаю это мусором. Я не говорю, что он не отрекся от своего еврейства, да, но он понял, да, где находится его праведность. Что его праведность, она не в том внешнем исполнении закона. Но дальше он объясняет, да, то есть вот эти все внешние вещи, на которые он полагался, он говорит, я все для меня... не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем. Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через веру в Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного – знать Иисуса Христа, то есть познать Его силу воскресения и разделить Его страдания, подобляясь Его соучастием в смерти, в надежде, не достигну ли я как-то и воскресением из мертвых. Да, можно здесь остановиться. Да, вот он понимал, что значит жить исполнением закона, для того, чтобы обрести праведность от закона. Но когда он встретил и познал Иисуса, он обрел другую праведность, Его праведность. Бог провозгласил, и он пишет это в послании к Римлянам, послании к Галатам, послании к Ефесянам. Он описывает, да, вот это откровение того, что верующий оправдан верою, по благодати через веру, оправдан верою, оправдан через кровь Иисуса Христа. Он провозглашен праведным. И это праведность Бога. Когда мы смотрим на себя сегодня, Бог смотрит на нас, и Он видит нас оправданными кровью Его Сына. И это единственное основание, на котором мы можем быть приняты, приходить на самом деле к Богу. Не основание своих дел, которые мы исполняем. Потому что если мы ставим себя под законом, мы ставим себя под проклятие закона. Потому что он сказал, что исполнением закона не может оправдаться человек. Закон, он закрывает нам уста. И он показывает нам, что мы грешники. И поэтому... Да, мы понимаем, мы отчаиваемся, мы говорим, Господи, горе мне, мне нужно что-то большее, что-то гораздо сильнее, чем моя праведность. И слава Богу, что через Сына мы обрели доступ к праведности Бога. И вот как вначале я сказал сегодня, да, эфира нашего, что я нахожусь среди людей, у которых
которые заняты и живут относительной праведностью. У них есть, им приходится даже жить этим, и смотря на праведность, внешнюю праведность других людей, они могут себя чувствовать лучше или хуже. И в основном они хотят чувствовать себя лучше, и поэтому им приходится осуждать других людей. Потому что как же им чувствовать себя лучше, если они не видят, что другие хуже? И вот и мы, как верующие, да, когда... И у них нету этой, простите, это неверующие люди, у которых нету доступа к Божьей праведности. Им приходится жить в этом беспокойстве, сравнивая праведность, свою праведность с праведностью другими людьми. Но когда мы с вами, да, мы обрели с вами переживание Иисуса Христа, и мы обрели познание Божьей праведности, это должно привести нас в покой. Что у нас нету нужды сидеть и сравнивать себя с кем-то. И говорить, я лучше, или он лучше, или она хуже, или он хуже. Потому что мы облечены в Божью праведность. И даже сатана не может ничего против этой праведности сделать. Потому что это совершенная праведность Христа. И нам эта праведность дана как подарок. Мы оправданы верой, нам дана эта праведность. И Павел говорит поэтому, да, что мы имеем мир с Богом. Мы хвалимся надеждой и славой Божией. Мы стоим в благодати, потому что у нас есть эта праведность. И мы... эта праведность единственная, что защищает нас. Да, он говорит, что возьмите шлем праведности. Да? По-моему, шлем праведности. Да? Шлем спасения, броня праведности. Да? Броня праведности. Которая может защитить нас от атак. От атак лукавого. Это единственное, что может защитить нас от обвинения. Это праведность, которой мы облечены Иисусом Христом. Да, здравствуйте, дорогой Яков. Будьте благословенны, мой дорогой брат. Очень вас люблю Господом, Господи Иисусе, и благодарю Бога за вас, за то, что вы есть. Такой у меня друг. И спасибо Богу за вас. Вот, и нам, к сожалению, надо заканчивать. Мне надо сейчас ехать уже по делам. Вот, но, друзья... Давайте будем еще раз будем размышлять и примем, да, что мы приходим к Богу с нулевой праведностью. Наша праведность нулевая. И единственная праведность, в которой мы стоим сегодня, это праведность Христа. И она единственная, которая дает нам покой и основание не осуждать по внешним признакам, которые мы видим в людях, но судить праведно, праведным судом. Судить через откровение Духа. И это совершенно другое суждение, когда мы понимаем, что мы не лучше, да, в своей собственной праведности. Ни одного человека, неважно, кто этот человек. И мы стоим лишь только перед Богом на основании этой праведности. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, что Ты для нас заслужил такую праведность, Сын Божий. Спасибо, что Ты дал нам эту праведность как подарок. Мы можем стоять, мы можем хвалиться сегодня тем, что ты нам дал. И мы действительно благословенны. Спасибо, что ты защитил нас, покрыл нас. И научи нас, Господь, облекаться в это все оружие. Не поддаваться, Господь, атакам этим. Не поддаваться искушению жить в относительной праведности этого мира или религиозной праведности. Благодарим тебя. Слава тебе и хвала. Благослови свое тело, свою, Господь, церковь, чтобы она двигалась в Твоей победе, только в Твоей победе, и она провозглашала победу Твою, которую Ты такой дорогой ценой обрел для нас. Спасибо Тебе за любовь Твою, спасибо, что ты здесь, за то, что Ты в нас. И, Господь, даруй, Господь, детям, нам, Твоим детям, еще больше глубокое откровение, то, что Ты в нас, и мы в Тебе. Слава Тебе, слава и хвала Тебе. Благослови моего брата Якова. Благослови служение, которое он несет там, в Кыргызстане. Пусть, Господь, оно еще будет более помазано и приносит плоды во славу Твою. Благослови его учеников, которым он служит, людям, которым он проповедует. Нести, Господь, Твою благую весть, Господь. Слава Тебе, слава и хвала Тебе. Ты достоин. И всех, кто нас слушает, во имя Иисуса Христа. Аминь. С Богом, друзья, будем на связи и будем молиться друг за другом. Мы в этом очень нуждаемся. Пока.